ты, как красиво. Я не вижу ваши глаза, я вижу только ваши телефоны. Пусть будет так. Скорее выкладывайте меня в Инстаграм. Потому что потом мы их отложим и будем праздновать. Трехлетие компании Green Wine! Сердечко мне искать.
Это судьба. Я правильно говорю? Green? Green Way. Чем вы занимаетесь? Я не успела узнать. Экология. Это судьба. Ребята, я же тоже экология. Я и есть сама экология. Я на каждом концерте говорю о том, что я разделяю мусор. И занимаюсь этим давно. Да, и всячески это пропагандирую. Да вообще за тех, кто бережет нашу планету. Это так круто. Ну, значит, сегодня будет особенный вечер, удивительный, прекрасный. А? А я вас как ждала. Я понимаю, что... Ну все, это судьбоносный концерт, друзья. Сегодня мы по-настоящему будем обмениваться энергией, любовью, отличным настроением. Я очень рада, что вы уже стоите. Вы не зря стоите, потому что мы будем танцевать. А кто еще? А кто еще не стоит, то обязательно вставайте. Осторожно на балконах, пожалуйста, не свешивайтесь. Берегите себя, пожалуйста. Вот. Удивительно, что целый крокус нас всех, как будто у меня мой сонный концерт. Удивительно, я тут правда давно не была, я имею в виду вот так сонный. Концертом. Ну что ж, что я долго разговариваю? А я долго разговариваю, чтобы да, все успели со мной сфотографироваться, кто подошел. Вот, дорогие друзья, мы... Еще. Мы начинаем! Все голова полны снов.
слезы и хранить.